во время этой медитации просто чувствуй и ощущай. Когда ты чувствуешь, например, свое дыхание, пространство между грудиной, свой нос или локоть, ты помещаешь свое осознание в то место и в сам процесс. У тебя в голове может возникнуть некий образ, скажем, твоей грудной клетки или сердца, но специально стремиться видеть этот образ не надо. Достаточно просто осознавать пространство внутри и вокруг своего тела. Сейчас попробуй осознать пространство между глазами. И попробуй почувствовать энергию пространства между глазами. Теперь попробуй осознать пространство между висками. И почувствуй объем пространства между висками. А теперь переведи свое внимание на пространство, на свои ноздри, которые занимают в пространстве твоей головы. И почувствуй объем внутренней части своего носа. Пространстве. А теперь прочувствуй и осознай пространство между твоим языком и небом. И почувствуй пустоту между языком и небом в пространстве. А теперь ощути пространство между мочкой ушей и головой. И почувствуй пространство между двумя ушами. А теперь прочувствуй энергию пространства между ушей, в пространстве. И ощутить энергию пространства снаружи
ушей в пространстве. Осознай пространство под подбородком. Почувствуй энергию пространства внутри горла и вокруг него. Ощути энергию пространства вокруг своей шеи. Направь свое внимание на пространство между сердцем и грудиной. Попробуй сейчас прочувствовать энергию пространства вокруг своего сердца. А теперь сфокусируйся на энергии пространства вокруг всего твоего тела. И ощути энергию пространства вокруг твоей грудины. А теперь осознай энергию пространства вокруг твоих плеч. Почувствуй энергию пространства вокруг твоих плеч. Осознай пространство вокруг твоих кистей рук. Ощути пространство и энергию его вокруг твоих кистей. А теперь направь фокус на пространство за твоей спиной. И ощути энергию пространства вокруг твоего позвоночника. Осознай пространство вокруг таза и ощути энергию этого пространства в пространстве. А теперь ощути пространство внутри бедер и энергию этого пространства. И прочувствуй пространство, соединяющее бедра.
Осознай пространство между коленями в пространстве. Почувствуй энергию пространства между коленями и энергию пространства вокруг коленей. Ощути объем пространства вокруг ступней. Ощути энергию пространства между ступнями. И энергию пространства под ступнями в пространстве. Осознай пространство вокруг всего твоего тела в пространстве. Почувствуй энергию своего тела в пространстве. А теперь направь свое внимание на энергию пространства между границами твоего тела и стенами комнаты, в которой ты находишься. И почувствуй объем всей комнаты в пространстве. Осознай пространство за пределами комнаты. Почувствуй энергию пространства, уходящую за пределы пространства вокруг комнаты. А теперь направь все свое внимание на пространство, находящееся внутри пространства твоей комнаты. Теперь пришло время стать бестелесным. Никем, ничем, нигде, вне времени. Стать чистым сознанием. Стать осознанием в бесконечном поле потенциалов. Вложить свою энергию в возможность. И чем дольше ты пребываешь в неведомом,
тем больше притягиваешь неведомое к себе. Просто стань бестелесным сознанием в бесконечности бесконечностей. И разверни свое внимание в ничто, без времени, вечность. Чем больше ты сосредотачиваешься на неведомом, тем больше ты вливаешь в себя новой жизни. Позволь своему осознанию перейти от частицы к волне. От материи к сознанию, от материального к духовному, от пространства и времени к безвремени и пустоте. В мир за пределами чувств, из известное в неведомое. Если ты, как квантовый наблюдатель, чувствуешь, что твой ум возвращается к известному, к людям, к вещам или к обстоятельствам твоей привычной реальности, к твоему телу, к твоей боли, к твоей идентичности, к эмоциям, к прошлому или будущему, то просто осознай, что ты созерцаешь неведомое. И снова направь свое сознание на пустоту возможностей. И будь никем, бестелесным, ничем, нигде, без времени. Войди в нематериальную сферу всех квантовых потенциалов, черноту вечности. Чем больше ты станешь осознанием в поле вероятностей, тем больше возможностей ты откроешь в своей жизни. Присутствуй в настоящем.